Всем добрый день. Мы переехали по новому адресу. Город Днепр, улица Любарского, 102. Подъехать, если ехать со стороны нового моста, то как раз за вот этими рельсами проезжаем под аркой металлическим, там указатель «Викна стека». Это территория завода стека, окна, двери. Сразу за этой арочкой и за путями направо въезд «Серые ворота». Слева от ворот есть небольшая вывеска «Балансировка». Въезд на территорию осуществляется с помощью охраны. Вот эти ворота. После заезда на территорию едем вдоль этого забора по правую руку в тупик двора левее. Там находится наш бокс. На боксе установлена вывеска «Балансировка». Сейчас я вам ее покажу. Этот бокс. Вот большой серый бокс с вывеской «Балансировка». Здесь помещение, конечно, поинтереснее, чем там. Потеплее, светлее. Так, вон дальше и вдали указатель «Балансировка» есть для ориентировки. Вот этот бокс. Вот двери, ворота, подъезд. Сейчас покажу в середине. Такой мы имеем бокс. Кран-балка на 3 тонны. Вот один станок стоит до 2 тонн грузоподъемности. Вот малый станок грузоподъемностью до 500 кг, на котором делается вся основная продукция. Начиная от небольших коленчатых валов, роторов, электродвигателей, дробилочек, измельчители, мульчирователи, молотильные барабаны, дымососов, вентилятор, все. Вот этот, который наш побольше помощник, чуть-чуть помассивнее уже детали делает. Ротора электродвигателей, мульчирователи, дробилки, ротора кейсов, комбайнов, флексионов, шнеки, жатки. Кстати, шнеки, жатки здесь дальше будет стоять. Второй станок, и мы без проблем будем брать 12 метров, еще его сюда не поставили. Но на данный момент у нас здесь в работе сушка пластика, катушки для намотки проволоки, шкив, маховик с вот этой вот дробилки пластика. Для страховки приобрели себе генератор с пиковой мощностью 8,5 кВт трехфазный. Он же нам помогал справиться с задачами. Так что милости просим. Вот и ротора кейсов стоят. Ждут своих покупатели, жду своего участия в работе. Бэушная, но в гарном стане. До новых встреч!